Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я вам покажу, как из единого кошелька менять деньги, доллары на рубли и выводить их на карту. У вас должна быть пройдена верификация. Как пройти верификацию, я это показывала уже в видео. Меняем доллары на рубли. Для этого мы нажимаем «Обмен» и отдаем. Поменяем мы 400 долларов. Получаем 23 112 рублей и жмем «Обменять». Идет обмен. Ждем. Чтобы вывести деньги на банковскую карту, нажимаем «Вывести на банковскую карту». Вводим номер карты. Лимит 15 тысяч в день у нас. Ограничивает разовый платеж, значит, немножко мы его уменьшим. Продолжить. И жмем «Оплатить». Платеж у нас проходит проверку. Вот, смотрим, деньги вывелись на карту. 29 декабря я их поставила на вывод, и вывелись они на следующие сутки. Обычно деньги приходят моментально. Вот, я сделала обмен 400 долларов. В день с одной транзакции можно вывести не более 15 тысяч рублей. И сегодня уже 3 января, вот мне пришло еще сколько переводов за эти дни, вот смотрим. Вот с 9, 30, 30, 31. Так, переводы шли даже в праздники. Дальше идут, 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 идут. И сегодня я еще обменяла деньги. И вывела еще сегодня, вот в 19:42, вывела еще 14 700 рублей. Также это я вам показываю на скрине. Этот скрин я сделала с телефона, вот можете посмотреть. Итак, можно выводить моментально. Меняете, заходите в обмен. Меняете доллары на рубли и выводите на карту. Пишите свой номер карты, даже можно ее не привязывать. И вывод моментально. Ссылочка на проект «Всем миром» будет под этим видео. Подключайтесь. Моя методика теперь платная. Акция у нас до 7 января. Для партнеров, кто оказал финансовую помощь, 100 долларов. В проекте «Всем миром» у нас акция за 500 рублей. Вы можете приобрести мой курс из 40 видеоуроков. 7 января будет уже 1500 рублей. Поэтому успевайте. Мои контактные данные также под этим видео. Всем пока!